Итак, у нас вторая часть интервью с достопочтенным Сумедой Гандрю. И мы продолжим с того места, на котором закончили предыдущее. Итак, Сумеда Гандрю, мы остановились на том, что достопочтенный Будда, достигнув просветления под деревом Бодхи, говорили о том, что он высказал уважение этому дереву Бодхи. А от себя я добавлю, что он в дальнейшем оставил это дерево Бодхи, как вообще символ самого себя, сказал монахам, что в мое отсутствие это дерево может служить вообще символом моего присутствия среди вас. Поэтому это дерево до сих пор в каждом буддийском тхеравадинском монастыре, ну, где климатические условия, в принципе, махаянских бы оно тоже присутствовало, только там климатические условия неподходящие. Ну да ладно, я что-то слишком увлекся. Пожалуйста, продолжайте на эту тему. Извините, я... Пожалуйста, если можно, погромче говорите. Паузу делайте.